Привет всем, меня зовут Настя, и сегодня отвлечемся от учебы в вышке и расскажу вам, как прошел мой 18-й день рождения. Утро уже было самым волшебным, потому что курьер привез мне цветы от моего молодого человека, и я смогла сделать вот такую прекрасную фотосессию. Фоточки вы можете заценить в запрещенной соцсети с картинками. Затем я собралась и направилась в вуз. По дороге меня встретил Ваня и подарил мне вот такую вот красоту совместно с моими нижегородскими друзьями. Я по ним очень скучаю, и очень скоро будет влог с Нижнего Новгорода. Но на этом сюрпризы не закончились, потому что моя любимая группа устроила мне просто шикарное поздравление. Начиная с того, что вся аудитория прокричала мне с днем рождения, заканчивая исполнением давней мечты. Вообще, этот день был знаменательным для меня не только потому, что мне исполнилось 18, но и из-за того, что я праздновала его в совершенно другом городе. Хоть уже и прошел месяц переезда, но я все никак не могу привыкнуть к тому, что у меня два дома. Но это супер классный опыт, и я уверена, что в будущем все будет только лучше. Большое спасибо за просмотр, и увидимся в Нижегородском влоге.